После Путина будет серия авторитарных диктатур. А никакой прекрасной России будущего в автомате не появится. Это может даже и не надеяться на это. А будут диктатуры. Вот после этих диктатур, возможно, наступит нормальная жизнь через какое-то время. Когда будет уже более демократическое правительство, я полагаю, крайне важны шаги на международной арене. Я думаю, что Россия, новая Россия, должна будет, во-первых, согласиться, не просто согласиться, а сама выступить с готовностью выплачивать репарации. Мы столько там совершили, что это деньгами не оплатишь, но хотя бы деньгами оплачивать, тут же ничего не поделалось. Я полагаю, что новая Россия должна будет согласиться на демилитаризацию. Я полагаю, что мир не согласится с тем, чтобы в России оставался такой ядерный арсенал страшный, как есть сейчас.